Расследование массовых беспорядков в центре Одессы 2 мая 2014 было проведено некачественно. Такое мнение высказали представители общественной группы 2 мая, которые параллельно с официальным проводили свое расследование трагических событий. В ближайшие дни суд Черноморска должен вынести свой приговор для 20 фигурантов беспорядков на Греческой. Но вне зависимости от результата, претензии общественники предлагают объявлять не служителям Фемида. Все претензии, если они возникнут, давайте будем адресовать Генеральной прокуратуре, руководству Главного следственного управления МВД Украины, которые фактически, на наш взгляд, данное расследование провалили.